Что сейчас происходит? Серьезные события. Литва, член НАТО, организовала блокаду против города Калининград, Россия. Калининград — это не елочная игрушка. У меня ощущение, будто прибалты и поляки такие: «Калининград — это просто игрушка. Поиграем с ним, потому что по-настоящему это не Россия». Даю подсказку. Это по-настоящему Россия. И если вы устроили блокаду, вы будете воевать с Россией. И Россия вас сотрет с лица земли. Потому что это уже не Украина, не военная спецоперация. Это Россия. Вы хотите блокады против России? Вы курили? И тут Европа проснулась. Возможно, Литве не стоило этого делать. А литовцы, как маленький померанец, который хочет подраться с ротвейлером. Ваша страна будет называться «Малая Литва», если вы не опомнитесь. Тут уже не до шуток. И НАТО тоже проснулся и видит, что у него нет ничего для войны с Россией. Я говорил, 10 дней, и у артиллерии Альянса нет снарядов. И потом русские по вам прокатятся, если у вас нет артиллерии, у вас нет ничего.